Курганской области проживает 79 тысяч инвалидов, из них около 3 тысяч – дети. На Курган приходится 31 тысяча человек с ограниченными возможностями здоровья. Они в основном и обращаются на горячую телефонную линию в Главное управление социальной защиты населения Курганской области. Звонки бывают, что поступают по обеспечению техническими средствами реабилитации. Вот, например, женщина позвонила, инвалид с детства, которой не подходит кресло-коляска, которой ей выдали фонд социального страхования. Будем писать фонд социального страхования, связываться с ними, решать эту проблему. Еще одна острая проблема – обеспечение жильем. Оно должно предоставляться инвалиду в случае отсутствия жилья, его непригодности или проживания семьи в стесненных условиях. Это проблема действительно, потому что муниципальное жилье не предоставляется. Сейчас люди годами стоят на очереди, 60-х, 70-х годов еще не обеспечены. Решение проблемы идет за счет средств федерального бюджета. За прошлый год удалось предоставить жилье 14 инвалидам. В очереди стоят еще 380 человек. Но это только те, кто встал на учет до 1 января 2005 года. А те, кто встали на учет после 1 января 2005 года, к сожалению, очень слабо двигается решение этого вопроса. Алла Маковеева, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».